Время новостей на телеканале «Звезда». В студии работает Олеся Касьяненко. Здравствуйте. И сегодня в эфире. Президент собрал заседание Совбеза в развитии новой концепции нацбезопасности. Результаты работы и оказание материальной помощи к новому учебному году многодетным семьям. Шестая очередная сессия депутатов состоялась в выездном формате. Семьи, воспитывающие трое и более детей, получат материальную помощь в размере 30% бюджета прожиточного минимума. Активное лето. Как юные новополощане отдыхают в пришкольных лагерях, узнали подробности. Мне нравится, что каждый год я хожу в пришкольный лагерь. Каждый день наполнен мероприятиями, интересными, познавательными и веселыми. Я рада, что провожу лето с пользой. Перейдем к подробностям. Проект нормативного правового акта, связанного с вопросами оценки состояния национальной безопасности, 18 июня вынесен на рассмотрение членов Совета Безопасности. Президент собрал заседание Совбеза в развитии новой концепции нацбезопасности. Это публичный документ, который обществом был изучен на диалоговых площадках, а после утвержден на Всебелорусском народном собрании. Сегодня же в развитии концепции необходимы такие нормативно-правовые акты, которые будут ее конкретизировать и приземлять. Какая работа проведена по совершенствованию действующей системы оценки состояния национальной безопасности? Каким образом предлагаемые изменения согласуются с новой концепцией национальной безопасности? И главное, отражает ли предложенная система оценки реальное состояние дел в каждой сфере национальной безопасности? Вы знаете, наше требование формализма и упрощенства здесь быть не должно. Согласны ли члены Совета Безопасности с изменениями и дополнениями, которые предлагается внести, либо, возможно, есть после изучения проектов другие предложения? Цель рассматриваемого документа с учетом новых изменений – уточнить порядок оценки состояния национальной безопасности. Для этого есть ряд индикаторов, которые разработаны для каждой из 9 сфер национальной безопасности. Республика Беларусь – мирная страна, всегда открытая для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Мы никому никогда не угрожали. Более того, открыто, в отличие от других стран, доводим наши подходы всем. Ну и кто хочет это слышать, тот услышит. Ну даже если и не хочет. Мы также говорили о том, что только закрепить отдельное положение в нормативных правовых актах недостаточно. Пришло время внедрить эти подходы в практику. То есть мы должны иметь четкое представление о том, что реально происходит внутри страны и вокруг нее. Несмотря на ряд дополнений, в целом структура документа и общий алгоритм работы остались без кардинальных изменений. Состояние национальной безопасности в каждой сфере, как и ранее, оценивается по трем критериям – стабильное, неустойчивое и требующее принятия неотложных мер. 4 из 5 основных показателей социально-экономического развития полностью выполнены и перевыполнены. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко накануне озвучил результаты развития белорусской экономики. За 5 месяцев этого года валовой внутренний продукт сложился на уровне 105,2%. Инвестиции на уровне 109,6%. Реальные доходы населения 109,8%. И индекс потребительских цен в пределах прогноза с начала года 2,8%. По 5-му показателю экспорту на желаемые результаты в стране пока еще не вышли, но цифры выше прошлогодних параметров. Темп роста за 5 месяцев 102,1%. Вместе с тем, внешняя ситуация проще не становится. Санкционное давление сохраняется, идут попытки сделать эти меры даже более жесткими. Какой-то катастрофы нет, абсолютно об этом нет речи. Если говорить о причинах, то они тоже прозаичные. Цена на нефть мировая выросла, соответственно, мы закупаем сырую нефть, поэтому это сыграло на увеличение стоимости импорта. Вот. Плюс где-то снизились цены на традиционные белорусские товары на внешних рынках. Вот, кстати, с апреля мы уже наблюдаем обратную динамику. Цены начинают подрастать. Мы хотя увеличили физические объемы экспорта практически на 9%, но в деньгах получили чуть меньше из-за ценовой просадки. Во втором полугодии Беларусь ожидает активная внешнеполитическая повестка. А состоявшиеся в прошлом и этом году визиты главы государства позволили ускорить торгово-экономическое взаимодействие с третьими странами.
Шестая очередная сессия депутатов Новополоцкого городского совета 29-го созыва состоялась в выездном формате. 18 июня народные избранники посетили местное училище Олимпийского резерва. Данное место выбрано не случайно. Один из основных вопросов на повестке дня – результаты работы спортивного училища за год. Участниками мероприятия стали порядка 30 человек. Программа заседания обширная. Сначала для депутатов провели экскурсию по учреждению образования. Участников мероприятия познакомили с учебным и тренировочным процессом. Гостям показали биатлонную базу и лыжероллерную трассу. Также продемонстрировали имеющуюся материально-техническую базу. Познакомили с историей местной кузницы спортивных кадров, после перешли к обсуждению насущных вопросов. Чем вызвана постановка этого вопроса? Ну, вы знаете, что год назад сменилось руководство училища. Мы хотели посмотреть, какие успехи достигнуты сейчас в училище, какие проблемы есть, на них остановились в ходе обсуждения. В целом, надо сказать, что достойная преемница Елена Сергеевна Санникова, бывшего директора, училище работает, выполняет свои задачи, доведенные планы на прошлый год выполнены, поэтому, да, есть определенные проблемы в материально-техническом обеспечении, в ремонте техники, подготовке зала дзюдо, но эти проблемы, я думаю, совместно с руководством города и областным руководством будут постепенно решаться. Кроме того, во время заседания обсудили вопрос оказания многодетным семьям помощи к новому учебному году. Семьи, воспитывающие троих и более детей, получат материальную помощь в размере 30% бюджета прожиточного минимума. А это примерно 127 белорусских рублей. Для получения средств необходимо обратиться в Управление по труду и занятости Новополоцкого горосполкома и написать заявление. Также на заседание внесли технические правки в инструкцию об управлении госимуществом Новополоцка. В Беларуси продолжается заготовка корма. На сегодняшний день собрано около половины от запланированного. В целом по стране травы первого укоса скошены на площадях более 87% от плана. Больше чем на 92% убраны травы первого укоса и более 65% второго укоса. В стране заготовлено почти 6 400 000 тонн сенажа, более 106 000 тонн сена и 210 000 тонн силоса. В целом в этом году планируется получить из трав почти 10 миллионов тонн кормовых единиц. К этому времени заготовлено чуть более 19% от плана. Что касается силоса, его планируют заготовить более 20,5 миллионов тонн. 13 миллионов тонн – план заготовки сенажа и 700 тысяч тонн – потребность в заготовке сена. У самых юных белорусов наступило беззаботное время – летние каникулы. Одни уезжают на отдых в деревню, другие остаются в городе. А есть и те ребята, кто с удовольствием окунается в лагерную жизнь. В Беларуси в течение июня работают пришкольные лагеря. Так, например, в 10-й школе Новополоцка в оздоровительном лагере дневного пребывания «Радуга» весело и беззаботно проводят время более 50 ребят. В этом году программа оздоровительной смены в основном патриотическая. Подробности у Ангелины Лазовской. Лето – прекрасная пора, когда можно попутешествовать, заняться любимым делом, а также весело и активно отдохнуть в кругу школьных друзей. Так, например, в 10-й базовой школе Новополоцка с 3 июня начал свою работу оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Радуга». В этом году программа оздоровительной смены проходит под названием «Дорогами великих побед». В этом году наша программа приняла участие в республиканском конкурсе «Лаборатория каникул лета-2024». На областном этапе отмечена дипломом 3-й степени. На республиканском этапе наша программа получила диплом 1-й степени Министерства образования Республики Беларусь. 54 ребенка с 1 по 4 классы в течение 15 дней оздоравливаются в пришкольном лагере. Здесь ежедневно преподаватели, инструкторы по физической культуре, педагоги, организаторы, библиотекари школы, руководитель по военно-патриотическому воспитанию, психолог проводят для ребят различные мероприятия и экскурсии. Наши воспитанники посетили библиотеки Пушкина, Маяковского, Якуба Колоса. Была увлекательная экскурсия в музей живой природы Дворца детей и молодежи. Музей истории и культуры посетили выставку «Вызволение». Буквально вчера мы ездили с экскурсионной поездкой на пограничную заставу Бегосово. Мне нравится, что каждый год я хожу в пришкольный лагерь. Каждый день наполнен мероприятиями, интересными, познавательными, веселыми. Я рада, что провожу лето с пользой.
Программа разнообразная и насыщенная, что неизменно привлекает ребят. Поэтому из года в год мальчишки и девчонки проводят июнь в родной школе. Здесь каждый воспитанник лагеря может проявить свои интеллектуальные, физические и творческие способности и приятно провести время. Ангелина Лазовская и Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». С начала лета и до 15 сентября сотрудниками органов внутренних дел проводится специальная программа «МАК». В рамках проведения мероприятий особое внимание уделяется выявлению и уничтожению дикорастущих и специально выращиваемых растений, содержащих психоактивные вещества – мака и конопли. 15 июня сотрудниками Полского РОВД на поле площадью около 35 гектар, принадлежащему одному из сельхозпредприятий региона, обнаружен дикорастущий мак. В кратчайшие сроки посадка запрещенного растения уничтожена. Сотрудники милиции напоминают, за выращивание наркосодержащих культур грозит как административная, так и уголовная ответственность. Статьей 17.1 Кодекса об административных правонарушениях за посев или выращивание без цели сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин. А также статьей 329 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет. В случае обнаружения незаконных посевов мака и конопли просим жителей Полоцкого региона сообщать в отдел внутренних дел по телефону 102. В настоящее время на территории Полоцкого района выявлено 4 факта произрастания наркосодержащих растений. Все посадки ликвидированы. А у меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на YouTube-канале «Звезда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпании «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый вечер. В Минск прибыли курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Они примут участие в военном параде, посвященном 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Также в составе парадных коробок пройдут военнослужащие из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая. Всего на торжество 3 июля прибудут делегации из 21 страны. До Дня независимости остается чуть больше 2 недель. Генеральный прогон парада пройдет в столице 29 июня и 1 июля в ночное время. Познакомиться с техникой и лицами торжества вы можете уже сегодня. На YouTube-канале ВНТВ Беларуси и в наших социальных сетях стартовали новые рубрики. Каждый день свежее видео. Следите за нашими аккаунтами. На Обуз-Лесновском полигоне завершился чемпионат западного оперативного командования по тактической стрельбе. На нынешний турнир вынесены упражнения, продиктованные современными реалиями. Это действия в окопах, населенных пунктах при внезапной встрече с противником. По итогам турнира команда организаторов состязания стала лучшей по работе в составе двоек и малых групп. В индивидуальном мастерстве победили стрелки специального отряда быстрого реагирования внутренних войск. Более 7 миллионов белорусских рублей перечислили неравнодушные люди, предприятия и организации на строительство патриотического центра в Брестской крепости. Свой вклад вносит и молодежь, юноши и девушки в качестве добровольцев занимаются строительными работами на территории Кобринского укрепления. Участие в проекте уже приняли более 2000 молодых людей. На полигоне Брестки проходят этапы республиканских патриотических игр «Зорничка», «Зорница» и «Орленок». Соревнования собрали команды из всех регионов Беларуси. Октябрята, пионеры и активисты БРСМ соревнуются в различных конкурсах. Это смотр строя, интеллектуальные викторины по истории Великой Отечественной войны, соревнования по медицинской подготовке, спортивному ориентированию, музыкальный этап. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра в эфире телеканала «Звезда». До встречи.